Александра Аникина к окружному фестивалю народной музыки и эстрадного пения готовилась особенно тщательно. Юная певица занимается вокалом уже 5 лет и выступает с довольно серьезными произведениями. Моя любимая песня, наверное, она английская, которую я хочу сейчас петь. Это «Million Dreams». Ее исполняет певица Pink. Это рок-музыка, а это слияние нескольких жанров. Свои достижения в области эстрадного пения на фестивале продемонстрировали и друзья Саши по вокальной студии, где она занимается. Младшие солисты от души исполнили замечательные музыкальные композиции. Зрители, что я очень им благодарна, что они пришли пришли посмотреть на концерт. А вот солисты фольклорного ансамбля «Терек» давно заслужили любовь и уважение не только зрителей, но и самого строгого и профессионального жюри. Но на участие в таких фестивалях всегда откликаются с радостью. Это передача опыта от поколения к поколению. Еще это общение между детьми и взрослыми, чего сейчас в нашей жизни не хватает. Мы все-таки изолированы, больше дети у нас отдельно, взрослые отдельно. Поэтому традиции с большим трудом воспринимаются молодежью. 10 ансамблей, вокальных групп и коллективов представили строгому жюри свои номера. Уникальная композиция голосов и зрелищности транслировала мощный заряд положительной энергии в зал. Звездами фестиваля стали и вокалисты. 30 сольных исполнителей продемонстрировали свое мастерство владения голосом и произвели неизгладимое впечатление. Уровень достаточно хороший. И очень приятно сидеть в жюри и давать оценку таким вот почти, вот уже я думаю, что еще пару шажков, и уже профессионалом своего дела. Впереди большой гала-концерт для всех участников фестиваля визуальных и сценических искусств. И там снова прозвучат имена тех, кто заслужил не только одобрение профессионалов, но и получил больше всех зрительских симпатий. Галина Житкова, Александр Логинов, Елена Кошелева. Видно ТВ.